Всем привет, вы на канале Modcom TV, а мы сегодня начинаем проходить игру Prey. Ну вот, не знаю, как для вас, а для меня это абсолютно неожиданная ситуация. Я совершенно не собирался проходить Prey, но так получилось, что вот здесь сейчас, сегодня, как видите, мы начинаем ее проходить и проходим ее под запись. Причина простая, почему я не ожидал, что будет какое-то там ее прохождение. Я не покупал эту игру и не планировал ее покупать, во всяком случае, в ближайшее время. А не покупал ее, банально, не было на это денег, потому что игрушка, она как AAA позиционируется. Но вроде, судя по тому, что я вот сейчас, за последние, наверное, минут 30, что-то попытался о ней узнать, услышал, она AAA-то и играется, и является. И стоит она 2000 рублей у нас в Steam, в магазинчиках она стоит 1400 или 1500, по-моему, рублей. Я ценник смотрел в свое время. Когда она только-только появилась в Steam под каким-то ценником, я помню, она еще вышла тогда под 1000 рублей, но у меня на карточке не было банально 1000 рублей, я поснимал все это, то есть нечем было оплатить. Ну а с телефона идите нафиг такую переплату делать. И я думаю, ну вот сейчас там аванс или там зарплата, что там должно было прийти, придет, я оплачу и, соответственно, все будет у меня хорошо. А прошло там пару дней, и они подняли ценник вот до 2000 рублей, как за любую обычную AAA игрушку. Народ там в сообществе начал кричать, типа, вы чего творите-то? Вчера оно стоило 1000 рублей, сейчас стоит 2000 рублей. Ну, на что им ответили, что хотим, то и творим. Это наша игра, наш ценник, не хотите, не покупайте. Хотите, кто купил, можете вернуть деньги, мы вам 1000 рублей вернем, покупайте потом по 2000. А кто не успел, тот опоздал. Ну, в общем, вот я был из тех, кто опоздал. Вот, а после этого у меня, это было, по-моему, пару-тройку месяцев назад, после этого я понял, что мне на самом деле не столько сейчас надо какие-то закупать игры в массовом количестве, особенно дорогие AAA игры, сколько возникла проблема с микрофоном. Вы, если, наверное, тоже слышали, особенно если слушали видео через наушники, то замечали, что когда более-менее тихо, там все на общем фоне, а у меня включается микрофон, то начинает дико фонить. То есть это было слышно, даже если не прислушиваться, и понятно, что микрофон просто банально скоро сдохнет. Микрофон у меня самый такой примитивный, он встроен в паре микрофон плюс наушники, соответственно, вот микрофон начал умирать, и когда он сдохнет, там или придется покупать, скорее всего, новые, что будет более удобно, микрофон, наушники, или придется покупать отдельно микрофон. Ну а там хотелось бы вообще, на самом деле, давно мне купить более-менее приличный микрофон и играть с ним, тем более, что раз вот у меня появилось такое хобби уже больше полугода, когда я стабильно записываю, выкладываю видео со звуком на YouTube, свой каналчик такой ламповый, теплый, то надо бы писать это нормальным звуком. Поэтому я за последние, наверное, ну, чуть больше месяца назад заказал сначала на eBay новенький микрофончик Samsung C01U Pro. Это USB микрофон такой начального уровня для летсплеера любого, очень часто вот используют именно его. Это мне обошлось там с доставкой около 7000 рублей, по-моему. Вот, можно на Алиэкспрессе было взять подешевле, но как-то я вот человек древний, я не доверяю Алиэкспрессу, китайцам, то есть приедет натуральный, действительно настоящий, правильное изделие, или приедет дубликат, и какое будет соответствующее качество у него. Поэтому там ценник, по-моему, 4,5 было тысячи рублей. Но я что-то как-то не поверил ему. Может, зря, может, дурак. Но я вот такой вот. И когда он приехал, у него есть подставка, паук, но когда он стоит на моем столе, все равно фоны передаются. И пришлось закупить еще практически там, по-моему, под 4000 рублей с учетом доставки, 3000 рублей сам девайс и 1000 рублей почти доставка. Пришлось купить еще стойку для микрофона отдельную, хорошую, ездящую во всех трех направлениях для микрофона. И вот еще надо будет 1000 за 2 закупить теперь поп-фильтр, чтобы я там не заплевал его насмерть, этот микрофон, и звук был в целом лучше. Ну, может, поролоновую какую-то противоветровку для него. Вот, то есть это 1200 еще накинется.
Поэтому, сами понимаете, можете взять калькулятор, прикинуть, сколько это мне обошлось, и учитывая, что живу я не в Москве, не в Питере, даже не в каких-нибудь там, не в Казани, не в Екатеринбурге, где цены все-таки чуть-чуть да повыше, где-то выше, где-то чуть повыше, вот, а вполне себе в провинции, в Оренбурге. Вот, и зарплата у меня, к сожалению, на данный момент совсем не та, которую бы хотелось бы. Вот как-то эти 1011, которые я уже отложил дяденькам за эти девайсы, и еще пару тысяч, которые еще отложу, они вполне по бюджету меня ударили, поэтому пришлось чем-то пожертвовать. Ну, пожертвовать пришлось игрушками лицензионными, то есть я стал меньше покупать игрушек. Вот как-то так. Соответственно, Prey пришлось вычеркнуть, так как я за ним особо не бегал. Вот, а 2000 отдавать за игру, которую я не уверен, что понадобится, понравится, да ну нафиг. Еще была причина в том, что когда вышел Dishonored 2, то когда его портировали на ПК, то получилось так, что, ну, кто-то, наверное, смотрел и в курсе, да, кто-то на себя, может, испытал, то даже на топовых компьютерах частенько FPS падал там до 15 кадров, до 10, а в среднем так шел, ну, где-то в районе 35-30 кадров, то есть, ну, совершенно не то, что ожидаешь от игрушки, причем график там на, по-моему, и D4, какой там движок у нее просто доработанный, то есть не самый как бы жрущий, на том же, например, или пятый, это какой, я не помню же нумерацию, тот же Doom, соответственно, который построен на том же движке, он работает вот на том же оборудовании с кадрами там за 200 FPS. Понятно, что там не стоит сравнивать эти две игры, потому что в Doom не такие совершенно локации открываются и так далее, а в Division все совсем наоборот, но тем не менее, как бы, игроку-то какая фиг разница с технической точки зрения, делайте нормально, не подходит этот движок, делайте на другом движке, вот, а движки здесь одинаковые. Поэтому, соответственно, были подозрения, не получится ли такая же фигня, что спортируют с приставок про и на ПК, и будет полное жо. Ну вот сказали, сейчас говорят, во всяком случае, что это не порт, что Prey разрабатывалась именно для ПК как самостоятельный проект, самостоятельная игра, поэтому проблем не будет. И забегая вперед, скажу, что вот сейчас пока смотрел, что там отзываются об игре, как отзываются, они говорят, что оптимизация просто прекрасная. То есть если берешь, вот не помню, какой был процессор там, ну, более-менее современный средний процессор, 8 гигов по оперативке и 980 GeForce NVIDIA, то летает просто как чума. Но нельзя сказать, что это как бы слабенький компьютер, да, это чуть выше среднего на данный момент, или просто хороший компьютер. Но как бы далеко не топовый уже на данный момент. Поэтому с кадрами проблем не будет, я надеюсь. Все говорят отлично, все чудесно. Поэтому я выкрутил тут смело все на максимум и надеюсь, что все будет хорошо. Вот, а как, собственно, у меня появилась игрушка, это отдельная песня за это. Я, наверное, не буду говорить, кто ее пока прислал. Захочет человек, если сам обозначит себя, мне там отдельно напишет, я ему прям отдельно буду в каждой серии прохождения Prey писать «Спасибо тебе, дорогой товарищ». Потому что действительно спасибо, как бы. Мы с ним знакомы уже больше 10 лет, да, получается, и время от времени обмениваемся, он тоже геймер, ну, в меру геймер, конечно, как и я, вот, и обмениваемся, подарки друг другу кидаем, всякие игрушки, там, ему что-то интересно, у меня там деньги есть, раз, я ему что-нибудь кину, и наоборот, он мне кидает какие-нибудь игрушки, но обычно это какие-нибудь такие простенькие индюшки, недорогие, ну, просто сделать небольшой подарок человеку, как есть. И здесь сегодня, вот 5 числа, сегодня, 5 мая, просыпаюсь я, ой, нет, не 5, 7, сегодня же 7, я человек не пьющий, вы не подумайте, я сейчас проверю на всякий случай, да, 7 сегодня, вот, 7 мая, 16:37 по часам сейчас. Просыпаюсь я сегодня в 12 часов дня, потому что вчера мы с Алексом проходили очередную серию, записывали Division'а. Лег я часа в 4 вообще, сам или в 5, скорее уже утра. Вот и просыпаюсь в 12 часов дня.
Спрашиваю Алекса, будет он сегодня что-нибудь писать или нет. Он мне говорит, что нет, я сегодня на работе на сутки, так что иди лесом. Ну, я решил, что раз у меня наконец-то приехало все железо, которое я так ждал, а приехало оно вот буквально меньше недели назад, я собрал все и настроил, то наконец надо заканчивать проходить то, что я до этого проходил, и отложил на дальнюю полку в ожидании микрофона. Это соло какие-то прохождения. В частности, в первую очередь надо пройти Андромеду, Mass Effect Андромеда, потому что, во-первых, я ее чисто для себя не проходил. Вот как было, вот то, что я выложил, это все, что я и прошел. Дальше я сам не проходил. Те, кто скачали пиратку и играли в Андромеду, они там ее или прошли уже 10 раз, или больше прошли, чем я выложил. Поэтому, а я вот так вот купил ее с предзаказом и сижу как дурак. Поэтому надо это все выложить, дописать. И сегодня нацеливался на нее. И тут буквально уже настроил звук, все, тут приходит мне сообщение от этого самого моего знакомого. Говорит, вот на тебе, это будет интересно. И выкладывает, ну, явно какой-то там ключ. Говорит, это для Стима. Захожу в Steam, захожу активировать ключ, и тут бац, Prey. Ну, как бы ценник-то вы понимаете какой, а он тоже, ну, извините, там, не сын, и сам по себе не олигарх, и не сын олигарха, ну, я спасибо, конечно, такой немножко офигевший, говорю, а недорого, как бы, ты извини мне, ответить тебе сейчас нечем, денег тупо нету, он говорит, не, нормально, потом что-нибудь зашлёшь. Вот, ну, в общем, вот так у меня Prey появился, неожиданно, а так как я не ожидал, что буду в него играть, да и не очень был впечатленным в свое время, то я по игрушке ничего не смотрел, кроме пары трейлеров, которые давным-давно еще выходили. То есть просто суть игры, которую раскрывали, о чем она будет, что там не какие-нибудь эльфы будут бегать, а там про космос, про этих каких-то мимикрирующих существ и так далее, крайне агрившихся на нашего Гордона Фримена, и что игрушку сравнивают с там System Shock'ом, с, как следствие, с Bioshock'ом, с Deus Ex'ом, ну, потому что все это пошло из System Shock'ов, и все это будет в космосе. И игра крайне такая интересная. Ну, и так как она делается, опять-таки, Bethesda, выпускается, точнее, Bethesda, и Bethesda последние года три, наверное, после особенно вот нового, предпоследнего уже получается. Господи, как его звать-то? Где мы там нацистов убивали? Вольфенштейна. Очень хорошо пошла, нашла свое правильное направление, правильный вектор, и отличные игрушки начала выпускать. То, что вот раньше делал Valve, сейчас, я бы сказал, вот по качеству, по направлению, по тому, что как должны выглядеть игрушки, стабильно вот штампуют теперь беседы. Если раньше она делала примерно раз в год, то теперь она чаще это делает, и игрушки качеством от этого не страдают. То есть это вот реально сейчас показатель качества, как ни странно. Раньше было часто наоборот. Вот, поэтому будем верить, что все будет хорошо. Игрушка частично, говорят, по духу именно своему, по геймплею, напоминает второй, в хорошем смысле слова, второй Dishonored. И кому понравился Dishonored, первый, второй, тому должен понравиться просто офигительный Prey. И говорят, что это прям пока прецедент номер один на звание игру года. То есть пока это лучшее, что люди видели. То есть 12 из 10, там на кончиках пальцев, все дела. Вот, и говорят многие об этом. Так что что поделать? Во-первых, прохожу я это полностью, скажем так, вслепую. Я не знаю, что тут будет. Я, в общем-то, даже не смотрел те первые 50, по-моему, минут, которые там показывали в видео, когда выкладывали сами разработчики, ну или кто там выкладывал, и не смотрел видео с прохождения на приставках, когда выдали там неделю или две назад демо-версию, которая что-то там включала. Вот я не знаю, чем она ограничивалась, временем, там, уровнями. Поэтому я прохожу полностью вслепую. Если вы хоть что-то знаете реально по геймплею из этой игрушки, то вы знаете уже о ней больше, чем я. Поэтому посмотрим, что тут, как тут.
Я обещал, что раз мне подарили эту игрушку, поклялся, что, как мне и сказали, что пообещай, будешь играть в нее не меньше там 5 часов, потому что сразу она тебе не раскроется. Но я пообещал, что ладно, буду играть. Вот у меня там таймер отчитывает в Стиме, сколько я в нее наиграл, так что мне надо наиграть, без этого никуда. Что ж, будем играть. Долгое вступление мое текстовое, набурчавшее, заканчивается. Давайте поедем вперед, посмотрим, что это, к чему это, как в нее играть. Я вообще не в курсе, поэтому извините, если буду тупить. Вот как-то так. Поехали. Так. Ну, я всегда выбираю обычную сложность, если это не объясняется выбор. Так, ну тут же разницы никакой, да? Ну, я не знаю, да, в чем разница. Вот единственное, что в Ведьмаке я в повышенном уровне сложности всегда играл, потому что там сказали в свое время, что если использовать обычный уровень сложности, то всяких там местную ерунду нехорошую можно будет убивать без всяких заклинаний и всего прочего. Я уже что-то вот начал забывать, как это все называется там. Поэтому я выбирал там всегда высокий уровень сложности. Даже не проверял, может на обычной, может врут, и на обычной то же самое, но всегда играл на высокой, и было нормально. А так я всегда выбираю обычный уровень сложности, потому что в большинстве случаев разработчик рассчитывает, что это обычная, стандартная сложность будет, и никаких множителей не выставляет, потому что всегда обычно низкая уровень, пониженная сложность, повышенная сложность, это просто какой-то множитель, допустим, здоровья у противников, количество противников и, допустим, их сила удара, если это какой-то шутер, там, урона, который они наносят нашему игроку, нашему персонажу, правильно сказать, да. А, как правило, это на геймдизайне как это сказать-то, плохо сказывается, сочетается с стандартным геймдизайном. Поэтому обычный уровень сложности наше все. Вот я руководствуюсь такой логикой. Поэтому тут тоже выбираем обычную сложность. Что ж. Ну, мужчина, наверное. Буду пытаться, если это тут реально отыгрывать роль. Я, честно говоря, даже не глянул, это вообще у нас шутер. Или если это тот же самый System Shock, это так-то по логике должно быть полушутер, даже хоррор, наверное. Именно по своему эффекту прохождения это. System Shock-то он весьма был непростым. То есть там она не страшная, там нету каких-то скримеров, но когда ты вот всю эту атмосферу ощущаешь того, что вокруг тебя, она вполне себе скример. Я вот не знаю. То есть тут надо отыгрывать роль или просто валить всех из пулемета налево-направо будет. Ладно, глянем. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Игрушка, кстати, ну, на словах, во всяком случае, часто почему-то сравнивают с Half-Life третьим. Третий, то есть, типа, вот она, наша третья Half-Life. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. Ой, давайте. О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Давайте сделаем вот так вот. Я возьму еще... Дурацкая идея, на самом деле, я уверен, прям-таки. Возьмем, когда у нас будет... Не что-то страшное. Ой, как красиво. Ути. Будущее. Вот оно какое. Возьмем
геймпад и будем смотреть через него. Я вот совершенно не умею, честно скажу, играть с геймпада. Но я хочу на улицу. Зато смотреть на него в разы интереснее, чем с мышкой. Изображение не дергается. И, наверное, я вот уже смотрю по сторонам. Если это System Shock, значит это по сути тот же самый Deus Ex, в том числе последний. То есть тут все надо будет читать, все надо будет рассматривать. И это действительно, вот я смотрю, прям мне уже это вкатывает. Офигенно. Надеюсь, что вся игра будет такая же офигенная. Уже вот видите, кстати, стилистика. Но это не так клево, как в Deus Ex, допустим, в предпоследнем было, когда просто с ног сшибало. Ох, не знаю. О, что-то есть. Так, что можно сделать? Можно съесть, можно взять сушеное мясо. Это, видимо, хелсы наши, да? Возьмем. Так. Энциклопедия. Пища. Давайте я вам зачитывать не буду. Я не самый лучший читатель. Мне еще и самому это надо прочитать. Поэтому я не знаю, надо это вчитывать на самом деле все или нет. Дает это что-то с практической точки зрения или нет. Но будем смотреть. Так. Ну, то есть нафиг не нужно это. Наверное. А это что? Ну, включу, и вода польется, да? Выключу, не польется. Почему не выключается? Зажать надо, да? Нет. Видимо, через какое-то время только доступно. Ага, можно выбросить. Это просто выбросить. А можно выбросить. Угу, логично. Так. Это что за хрень такая? Ладно, пригодится. Берем, берем. Не знаю, что это пока. Вот, кстати, уже можно что-то поднимать. Не знаю, насколько это нужно. Так, это что за книжка? Ну, надо глянуть, если это, конечно, будет, в общем-то, у нас полноценный System Shock, то, извините, я там буду все читать. И игра будет очень медленная и такая вдумчивая. Надеюсь, это никак не отразится на моих умственных способностях. А с чем поздравляют? Не, ну я как бы хотел взять в руки. Чё, тапки можно надеть? Да не особо. Так, что тут у нас? О, комнатка. Это что, уборная какая-нибудь? Ну да. Так. Свет. То есть все можно брать практически, да, в руки. Мое неумение игр. А, сорян. Неумение использовать контроллер, конечно, сейчас крайне нехорошо сказывается на том, как выглядит игра. Стоп, куда коробка? Не понял. А, это я типа залез? А почему зеркало не работает? Зеркало, работай. Так, ладно, тут, я думаю, мусорное ведро нам нафиг не сдалось. Насчет карабкаться, это надо еще будет в процессе игры посмотреть, что это нам дает. Так. Нет, я пока по одному буду брать, извините. Так, загоревшая плата. То есть мы явно технаря какой-то. Такая-то. Нет, это ничего не дает.
Провод. Это вообще что такое? Или это ничего? Нет, это ничего такое. Так, это мы еще сюда вернемся. Так. Это монитор. Угу. Я понял. Ой, нет, извините, я не могу играть вот так вот. Я лучше буду играть с мышки. Я сколько, 20 лет уже играю только с мышкой. И пока не научусь нормально играть с геймпада, я лучше не буду вас мучить. Вот так я нормально все вижу и нормально перемещаю. Я буду стараться очень. Так изучить можно. Это что такое? Пицца? Нормально буду вам показывать все вокруг. Дурная была идея. Так, то есть тут мы... А, да. Или читали, читали. Так, что у нас? Тут тоже книжки и... О, офигеть! На что похоже? Вот знаете, я бы сказал, что похоже скорее на... Ну, на данный момент, на DualShock ближе всего. А приставка ни на что не похожа. Чё, в телевизор не потыкать? Пиксели метра на метр. Ну да, так себе решение. А, я так понимаю, мы занимаемся, или во всяком случае интересуемся, да, 10-е принципы и это принципы. Одно и то же, что ли? Нет. Мы какой-то специалист, ну когда в 30-м году и положено, в будущем любом. Наполовину мы специалисты в каких-то компьютерных технологиях, каких-то в нейробиологических. И все это мы должны сочетать. Какой-то мы доктор наук. Так, ладно. Я, честно говоря, думал, что, судя по самой игре, там мы должны быть немножко военным. Нет? Вот еще у меня тут телефон решил сказать, что у меня там смс-ки приходят. Надеюсь, это ненадолго. Так, электронным почтом. Что нам? С чем нас поздравляет? А, прям как действительно в первом Half-Life. Мы начинаем работать в качестве научного сотрудника, и сейчас тут мы устроим какую-нибудь жопу мира. Чисто случайно вагонетку не туда подкатив. А потом будем спасать галактику после того, как мы эту фигню сделали. То есть вот смотрите, от и до, да, это один и тот же человек. Вот тут был. То есть вот от Алекса Ю к Моргану Ю. Ну, то есть Морган Ю, я так понимаю, это мы. И здесь от Алекса Ю Моргану Ю. И здесь идет речь о родителях. Это братья, что ли, вот эти Ю? Ю это какие-то. Ну, судя по тому, кстати, как мы выглядели, мы какой-то азиат. Ну, условно, конечно, условно, сильно скажем, что китаец. Потому что китайцы пока больше всех вроде как из Юго-Восточной Азии. Вот. И получается, что это наш кто брат, если родители. Эй, а как отцепиться-то отсюда?
Понятно. Нет, это тоже не все. Так, стоп. Левая кнопка мыши, значит, цепляет нас сюда. А почему не дает обратно посмотреть? Так, использовать. Хорошо. Отцепиться. Нажали. Изучить. Вот мы изучаем. Отцепились. Но, в общем, пока это не так привычно, как казалось бы. Ну ладно, привыкну со временем. Одеваем наш скафандр или одежда, это такая модная в 32-м году. Идем на работу. Господи, вот если там жарко, там же солнце-то какое. Я так понимаю, вы посмотрите, какая жарень там будет в скафандре ходить, да и просто в кожаной одежде. Вы сами, ну, Свет, вы сами думали, как это вообще будет? Нужно, не нужно кому-то там? Вот как по мне, так не нужно. Вот, кстати, тоже провод в тумбочке у кровати. Да вы ненормальные. Чего? Глазницам? Не хотел бы я жить в это время. Вот. Все-таки я угадал. И все наше шматье находится тут. Так, зелененькое это что? Сырье. Это типа растения, да? Или что такое зеленое, совсем вот зеленое? Это непонятно, в общем, ладно. Так, то есть вот что мы в принципе можем себя на свой горб напялить. Но не все у нас открыто, как обычно это бывает. А вот все снаряжение, которое нам доступно в данный момент. Ладно. Тут можно почитать все наши, все, что мы открывали, все наши книжки, газетки. Ок. Прогуляемся. Ну, кстати, такое, я зря думал, что здесь будет рывками все. Нет, вот пока хорошо все сделано. Даже с мышкой, когда играешься. Геймпад, я бы сказал, не нужен. Пока, во всяком Доброе случае. утро, мистер Ю. Доброе. Все красиво так. Не должно вызывать это неприязнь. Так, С. Угу. И куда? На крышу, да? Быстренько. Только как-то тихо. Вот в игре нету посторонних шумов. Что делает ее немножко неестественной, слишком такая она. Как бы это сказать-то? Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Окей. Комплекс Транстар совсем недалеко. Как вы... 25 Да градусов, что ж небо такое-то? ясное. Как в лабораторных условиях, сферически вакуумных, нереально слишком все тихо, нет мусора, вот, допустим, да, нет грязи. Ну, в жизни так не бывает, то есть сразу это подчеркивает, что, ну, игра неестественная как-то выглядит. Ну, как красиво это. Может быть, Япония тогда? И у нас там... Неплохой вид на залив. Ну да, ничего так. Вот нету, обратите внимание, людей нигде, транспорта, ну птички, правда, есть, ладно. Дома слишком все какие-то правильные, ну не бывает так в жизни, нет, ну вот в это я не верю.
Вот говорите, что хотите мне про эту игрушку. Но, может быть, это из движка действительно какие-то там свои. Что-то свое. Но вот тоже, допустим, самый... ну, возьмем пример из последних лет. BioShock, он был со своим оформлением, со своей стилистикой. То есть вот это вот одна из... Может быть, даже единственная за последние годы игрушка. Приехали, мистер Ю. Берегите голову. Удачи вам. В арт-деко, которая, в принципе, была. И у нее это был свой стиль, своя фишка. Она очень сильно играла на пользу игры. А вот здесь это, ну, совершенно типичное такое, сто раз виденное нами оформление. Ну, я не знаю. Здравствуйте. Я оператор научного класса Сивилла-495. Я тебя не слышу. Ты меня сейчас не долбанешь током-то? Очень скоро вы отправитесь в шаттле на Талос-1. Я что, до посинения буду кнопочку F нажимать? Доктор Ю, мне точно. У Транстар по всему миру более дюжины высокотехнологичных станций, даже больше, с учетом лунных. Наши исследования требуют высокой и длительной сосредоточенности. После тестирования я могу выдать вам психоактивный стимулятор, если понадобится. Уверена, ваш брат ждет вас. Да, брат, точно, я угадал. Брат отведет вас в зону для испытаний. Все наши лаборатории соответствуют стандартам безопасности. Странно. Такого никогда не было. Нужно составить заявку на ремонт. Прошу вас, ага. Видите, вот. Все, да? Так, да, ничего, извиняю. Да, так, одни понты. Как обычно, какая-то недобрый взгляд у него. Как-то Юрий Гагарин смотрелся тут лучше. Вот, кстати, да, что и вот нас что-то как-то не ввели в курс дела, может, потом ведут, но по... Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Подтверждаю. В лифте подтверждать надо? Ладно, подтверждаю. То, что нам показывали в роликах вступительных, ну, в рекламках по игре, тут это не показывали. Что у нас немножко другая была история. Морган, наконец. В жизни планетки нашей. Да, я пока не буду проходить. Может быть, потом еще это расскажут нам. И не было... Появился Советский Союз. Точно так же была США. По-моему, все-таки была Вторая мировая война. Вот это я не уверен. Не помню. А вот то, что после Второй мировой войны было, и в частности, все, что касается космоса, фактически не было никакой холодной войны, мощные и не очень мощные государства, по сути, объединились во благо человечества и начали развивать нашу маленькую планетку, вот то, о чем многие фантасты мечтали. И, в частности, ну вот получилось то, что получилось, то есть все на благо науки, грубо говоря. Ну, давайте, если нам об этом не расскажут, я вам расскажу потом так, вслух. Если расскажут, то сами все увидите, потому что, ну, там явно было обозначено, в чем проблема в этой игре. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Знаю, тесты слегка необычные. Это традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. А звук не стерео. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. А вот здесь слушай, стерео. Просто будь собой. Стерео, долби. Буду ждать. Так, я сюда не могу, мне зайти, да? Пообщаться могу? Жаль, что я не могу показать тебе свой проект. Ну, иди, пока Беллами не потерял терпение. Ну, ладно. А то еще месяц с ним общаться.
Testing room. В общем, да, чем-то это напоминает действительно System Shock'и всякие. Точнее, не System Shock'и. System Shock'и пока не напоминает. Напоминает Deus Ex'а. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Да вы за мной следите. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Действительно. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Это вот тут-то? Да, это вот там-а. А как их убрать-то? О, даже не читал. Какой молодец. Кстати, а как кинуть левую кнопку? Чудесно. Отлично. Это вы просто молодец. Теперь я лучше. Теперь перейдем в комнату Б. Прям как обезьянка. Тут что надо? На стол сесть будет? Я смогу. Давайте, давайте, давайте красную кнопку. Так, включайте. Морган, внимание. Давай, давай, давай. Постарайтесь давай, давай, спрятаться давай. В этой комнате. В смысле? Не спешите, расслабьтесь, подумайте. За стулом, что ли? Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. А вы не охренели? Если готовы, жмите красную кнопку. Ага. Ну, за стулом попробую спрятаться. Че, норм? Смотрите. Он прячется за креслом. Я правда идиот, наверное, сейчас. Есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну, ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. То есть это действительно то, чего от меня хотели, да? А, и вот здесь я вторую комнату прошел. Это ноль, это хорошо или плохо? Это, видимо, нас учат перепрыгивать, ладно. Да? Ага. Поехали. На этот ладно. Раз. Необычная обучалка. Нажмите кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее. Так, а шифтом бегать, наверное, месте... да? Ой. Так, никто ничего не видел. Для вас способом. Не думая, просто. Ага, сделайте. Есть ограничения, понятно. Ну, жмите красную кнопку. Юх-хо-хо. Вот такой извините, молодец. Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Что не так? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы да не вопрос, чем? Пошли дальше. У вас все отлично. Последний тест. Идите а, в комнату. Что это? 8. Это, видимо, секунда. А 0 это хорошо было или плохо? Тут надо что-то нарисовать, да? Изучить. Я готов. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. А. Так, Морган, вот оно, пожалуйста, сядьте за стол. Сел. Уже сел. Замечательно. Посмотрите на экран. Уже смотрю. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Старт. Ну, аж нажимаю. А, мышка не проходит. Я жду вашего сигнала, Морган. Так, вы планируете отпуск. Куда вы направитесь? В хорошо знакомое место, где вам нравится, или новое? В новое. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так, держать. Я такой, я могу. Вас пригласили на смертную казнь за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Вариант А. Страх. Я не знаю, что будет дальше. Вариант Б. Гнев. Никто не имеет права меня казнить. Вариант С. Спокойствие. Мои поступки того стоили. Ну, я же не знаю, за что меня приговорили-то, что я там наделал. Я человек честный, поэтому все зависит от суда. То есть, если правосудие было честное... Так, ну, страх я не чувствую, гнев. Вот или гнев, или спокойствие, но я не знаю даже. Да пусть будет спокойствие. О, просто всех убью, потом сложно. Выйду живым.
Никто меня не убьет. Потерявший управление, поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Ой, что-то я где-то это уже читал. Вы можете перевести поезд, да-да-да, на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Перевести или не перевести? Так. 5 человек, а там? Один человек. Ну, это классика, да. Естественно, что надо... Так, перевести на того, где один человек. Окей. Компьютер выбирает такой вариант всегда. Потерявший управление поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. И если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. А поезд, видимо, все-таки приближается не просто к людям, а еще и он их и убьет. Ну, то есть, либо толстяка столкнуть, либо опять 5 людей, да? А там я его остановлю толстяком. Да нечего жрать. Еще немного. Потерявший управление поезд, который меня уже задолбал, мчится по пути, к которому прикованы 5 человек. Вы можете остановить поезд, прыгнув под его колеса, но при этом погибнете. Прыгнуть под поезд, остановить, столкнуть толстяка, ничего не делать. А где там вообще толстяк взялся? Нечего жрать, я уже, кажется, говорил. Знаете что? Я, наверное, поступил бы так же. Конечно, ты же худенький, отлично, как и я. Отлично. Почти а все. Вот брата моего столкнул. А теперь тварь. Я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что а вы... А я даже знаю, в каком кино... Это кофе? Про птичек тут говорили. Пусто. Я думал, Сим... Ух, ё! О боже! Охрана! Это что за нахер? Это, видимо, если я начну тут... бунтовать, да? Меня усыпили. Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Угу, точно. Приберите. Я иду. Ясно. Но если нам из памяти это никак не вычеркнут, то я подозреваю, что никак нам это из памяти не вычеркнут. То... Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Угу. Было такое кино, да. И сколько раз это у меня повторится? Это у меня такой айфончик и айподик два в одном, да? Так, да, учитывая, что она тут стояла. Ну, я еще раз возьму, я не гордый. И снова записка. Ага. Да, я ее брал. И это от брата. А он мне брат тогда? Ну, визуально-то похож. Но там, наверное, все есть технологии. Снова еда. Снова... У нас тут все есть. Так, обыскать. В чем разница? Понятно. А, смотрите, у меня вытащили все это из снаряжения. Что было? А книжки те же? Да, те же. Нет. Ну ладно. Я все равно пока это соберу. Неспроста все это тут лежит. Так, тут, по-моему, ничего и не было у нас, да, кроме носков. Так. Ударить тут никуда нельзя, ничего там нету. Нет. А если мы войдем... Вот это вот и швырнем вот сюда вот. Нет. А что-нибудь потяжелее? Так, а поближе если? Так, нет, не ломается.
А дверь все еще не открывается у нас? Не открывается. Я хочу на волю. На волю я хочу. Пустите меня отсюда. Ну да. Так, ладно, собираем все, что можно собрать. Извините. Тут все так же, да? О, 6. Уже 6. А ну-ка. Чего? Январь. А, подожди. Январь, да. Ох, не к добру все это. Так, где моя шматья? Вы мне хоть что-нибудь какой-нибудь дубин. Чё? Да, вот насчет того, что элементы хоррора есть, они тут не соврали. Это, кстати, действительно, чем-то System Shock-то напоминает вот в этом плане. То есть никаких скримеров не было, а уже что-то как-то боязно нагнетает. О! Так, свет нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой. Что еще такое было? Рыбки живые, ну хоть рыбки живые. Если что, прикрой. Или кричи. Вот неспроста, что звук нету. Сейчас кто-нибудь как выскочит, я тут обосрусь же. Я пугливый. Есть кто живой, блядь. Фонарик бесконечный. А никак приблизить, не? Вы ж там просто спите, правда? О! Во, все. А. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я Январь. Это не сон. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, о, сначала плохо. Выберитесь из здания. Вы в опасности. Да, по нему видно, что поплохело. Прицелов тут никаких нету, да? Ну, почти монтировка, ладно. Я же... В смысле? Рыбку, что ли, забить? Так она моё всё. Может, сюда долбануть? Не, рыбку я не хочу убивать, ну чё? Но выбора нет. Блин, Немо, прости. Я реально не хотел. Они заставили меня. Чё? Так ты чё, не настоящая была рыбка? Гад. Ты ж был моим всем. Симуляции. Идите к выходу, я буду на связи. Так погодите, это вся херня, это... Да, это я в лаборатории такой был, то есть это не настоящий дом даже?
Интересно, интересно. Ладно, похоже, нам ничего тут не расскажут. Короче, то, что нам было рассказано в роликах, вот эта вот хренатень, которая напала на ученого, такая, видимо, хренатень, такая же материя какая-то, не пойду, не знаю, что это, вот такая черная фигня, обнаружили, по-моему, на орбите, там, я не помню же точно сюжет, обнаружили на орбите около Земли какую-то вот непонятную фигню в космосе. Послали туда, по-моему, если я правильно помню, ну, необитаемый какой-то космический аппарат. Он подлетел к ней и внезапно сдох. Отправили туда, ну, что делать, космонавтов, то есть пилотируемый космический аппарат. И подходит, выбираются они в космос в открытый, двое космонавтов, один подходит к этому космическому аппарату неизвестному или что там было, я не помню, и начинает там кричать, на него напали, все плохо, второй пытается его спасать, но, в общем, где-то через пару секунд тоже благополучно умирает. Выяснилось, что там вот эта непонятная какая-то фигня есть, к которой практически нереально подходить, касаться, потому что она сразу агрессивно нападает на все, что там есть, и убивает это, все, что там есть рядышком с ней. И вокруг этой фигни ставит, обустраивает какой-то космический комплекс, какая-то компания частная, я так понимаю, и начинает проводить эксперименты. Это совершенно дает те научные открытия, которые с помощью этой материи были сделаны, какие-то прорывы в науке дают. И, в общем-то, вот это начинает активно изучать. Я так понимаю, что мы как раз один из тех ученых, который думал, во всяком случае, ладно, которые это должны изучать. А вот оказалось, что что-то как-то, по-моему, у нас самих изучают. Вот, в общем, все, что я об этом знаю. А теперь я, честно говоря, немножко запутался. Потому что где мы, что мы и как мы, мне сейчас непонятно. Будем собирать все, что собирается. Так как, когда не знаешь, что делать, это самый, по-моему, лучший, самый разумный вариант. Я так понимаю, из этого можно что-то крафтить будет. Тут враги есть? Вроде нет. Ага, то есть вот то, что я видел, что у меня там было... Потому и не открывался балкон. Что у меня там была улица и все такое, это все нарисовано было. А как я тогда на вертолете летал? Что-то как-то это вообще непонятно. Да, давайте-ка посмотрим. Ой. О, прикольно. Так. Ежедневное тестирование. От кого-то к кому-то, непонятно кому. А если вы бывали в филиалах нашей главной производственной линии, то знаете, что для достижения нашей цели иногда приходится прилагать дополнительные усилия, а все решения, все внешние риски полностью учтены при принятии решений. И Алекс, и Морган настояли так, то есть я тоже в курсе был, на принятии решения о бессрочном продлении. Нет. Нет. Так, а как? Да блин. Ну что, вот мне каждый раз по клавиатуре жамкать. А оно само никак, да? Да, по клавиатуре никак. Это ответ. А исходное письмо. В данный момент состояние доктора Ю, младшего, не позволяет нам получить полезных результатов. Я уж не говорю о серьезных повреждениях, к которым наверняка приведут постоянную установку и удаление нейромодов. Так почему тестирование немедленное? Так, так почему тестирование определено на неопределенный срок? Так, то есть получается, что доктор Ю младший, это мы, нам впихнули, в нас впихнуты какие-то нейромоды, и мы на всю эту фигню, видимо, согласились, да? То есть нас не держат тут. Как в тюрьме.
мы об этом вроде как знали. И может быть каждый раз нам затирают память. Так, ладно. Насчет утреннего происшествия. Это, видимо, которое было от Алекса Ю, от брата к вот отделу нейромодов. Может, на нас нейромоды изучают? Мне известно, что вы потрясены утренним происшествием. Вы в избежание ненужной паники воздержитесь от контактов за пределами вашего отдела. В ближайшее время будет сделано объявление по станции. Тем временем команда мисс какой-то там приведена в полную готовность и отреагирует на любое ваше сообщение. Знаю, многие из вас обеспокоены судьбой доктора какой-то там или какого-то там. В данный момент он находится в травмпункте, это вот на который, видимо, напала наша неизвестная фигня. Его состояние серьезно, но стабильно. Благодарю за терпение и верность нашему проекту. То есть он руководит этим делом, а мы ему помогаем. Это старший брат, мы младший брат. Так, окей. Это что такое? А, это... Слушайте, это что, нам реально, что ли? Ну да, это 3D-графика. Если, конечно, ничего не изменилось за эти 20 лет. 15 лет, ладно. А как мы передвигались на вертолете-то? Там же чувствуется, когда тебя отклоняет влево, вправо, вниз. Ты что на меня смотришь? А ну отвернись. Блин, там хоть убить можно было. Так, ящик какой-то. Вот знаете, на самом деле, вот... Так, ладно, давайте почитаем. Это что за нафиг? Это колонка такая? Что это там за звуки такие? Мне не нравится. Там что-то громят. Так, сюда, наверное, можешь запрыгнуть, да? О, записка. О, сколько всего. Отлично. Увеличивает скорость передвижения в скрытом режиме. Это, видимо, как раз чипы, да? Да. И что с ними делать? Так. Кнопочка Е установить. Enter в смысле. А это не установить. А, да, что у нас есть-то? Так, ладно. Это что такое? Глюкопомощь. Это, видимо, у нас какой-то этот самый... Аптечка. Так, это, видимо, у нас какой-то пистолетик, да? Ну, такой. Какой был, такой остался. Батареи, ошеломитель. А как-то это можно все посмотреть? Ручная это. Та-та-та-та-та-та. Да, да, да. S это что? 4S. Ну, в секундах мощь вроде как не измеряется же, да? Хотя скорость перезарядки тоже в эсах измеряется. Ну ладно, непонятно. А ну-ка, для теста. А, прицела нету, да? Прицелиться нельзя. Окей. А если пиу-пиу? Ага, то есть просто он не стреляет. Я его зарядил. Вот я могу отменить его. Понятно. А если перезаряжаю, то на выстрел меньше, да? Ну и хорошо. Ладно. Не совсем понятно, что и как, но пока бесконечно будем ходить.
хренью этой. В смысле? Все ж как всегда, правда? iCore 0876. Это i? Или он запоминает такое? А, отлично. В отличие от какого-нибудь Deus Ex, последнего тут самому запоминать не надо. Так, напоминание о политике, но вряд ли. Да-да-да, никому не задавайте. Да, вот, не записывайте пароли и не храните их в своем кабинете. Ну, все как всегда. Шутки, да. Привычка, шутки, юмор. Так, Алекс Ю. Насчет утреннего то же самое, да? Да. Неудачная установка. Ну ладно, какие-то свои переписки. Это, видимо, кресло, в которое впихивает людей всякое ненужное. Ну, суть по тому, как установлено, хотя бы впихивают в голову, а не в другие места ненужные. Это что такое? Катушка какая-то. Так, тут как? Нет? Нет. Где-то, пока я слушал в стримах, как люди счет проходят, там говорили как раз о сейфе, который надо открыть и на который был пароль. Вот сейчас, если я чисто случайно услышал пароль, а это действительно, кстати, случайно, честно, именно на этот сейф, это будет забавно. Там что-то было то ли 50-51, то ли 51-50. Давайте сейчас попробуем. Я долго буду ржать, если это будет она, нет. Так, а если 51-50? Или они, может, рандомно генерятся? Да ладно, слушай, что случайно? Так, ладно. Забавно. Так, чертеж какой-то ерунды. То есть, в принципе, если получается, посмотрел, как кто-то проходит всю игру, узнал все пароли, мне не надо, ну, как обычно это в играх делают, напрягаться и идти там за 3-9 земель, убивая там чуть ли не боссов. А это что такое? А, ну, мне они еще недоступны, да? Вот. Чтобы открыть какой-то... чтобы включился какой-то триггер, чтобы открыть какой-то сейф. Вот в том же Deus Ex такого не было в последних версиях. Так, но я его никуда не могу поставить, да? Да. Видимо, уровень не тот. А, в костюм могу поставить. Нет, не могу. А вот не могу. А вот так могу. А вот так не могу. Так, хорошо. Здесь мы все оббежали. Кстати, с мышкой приятно играть. На самом деле я ошибался, когда думал, что будет фигня. Реально, кстати, пока стабильно держится 60 кадров, но я так понимаю, и не меньше. Ага. Рыбка. А я в тебя верил, сволочь. Вот, кстати, да. А здесь же был лифт. И куда я тогда входил, получается? Чё-то... Чё за нахер? Тут, видимо, что-то... Вот только расслабился, а? Только расслабился. И опять менять трусы. Рыбка, это не ты там, надеюсь, в акулу превратилась? Я забыл, что хотел сказать. Так, ладно. Я что-то там про лифт говорил. Да, интересно, вот мы когда входили в лифт, это же лифт, по-моему, да, был? Или куда мы там входили? По-моему, сюда входили. А, где, в куда мы входили-то?
Тут же лифта нету. И, собственно, куда мы ехали? Тут вообще трубы. Ну, по-моему, мы налево уходили там. Ладно. Но сейчас меня больше стало почему-то интересовать, что это был за звук. Просто так? Скример такой чисто аудиальный? Или реально что-то я просто не увидел из того, что должен был бы увидеть? Надеюсь, хоть пиццы-то настоящие были. А не какая-нибудь там фигня, как матрица. Страшная каша. Да вроде все норм. Так, я так полагаю, нам как-то вот здесь надо запрыгивать. Так. А, вон он еще, Михалыч. То есть это я даже не прыгаю, это туда. Непривычно, прямо скажем. То есть он цепляется. Угу. А еще видит какую-то непонятную до этого фигню. Ну как же так, я же хотел все это взять. А сейчас могу? Не могу. Так, то есть вот я туда залез. Вот я хочу прыгнуть. Или может я выше просто не могу прыгнуть? Кажется, я понял, что от меня хотят, на самом деле. Вот сюда я запрыгиваю, вот сюда я еще раз запрыгиваю, а дальше я запрыгиваю уже на трубу. Да, точно. Не зря меня в лаборатории тренировали, я умный. Как-никак, видим, профессор. Так, симулятор... То есть здесь можно было ходить, раз здесь какие-то есть. А, ну да, да, да. Раз здесь... Опаньки. Вертолетик. Ты ёб... Чего? Ох, как сейчас ёкнуло у меня. Откуда оно взялось? Слышь ты, сюда иди. Это оно... Это как вообще? А чё, я его не могу убить? А, вот, могу. То есть там, когда была рекламка, там говорили, что я могу типа превращаться там каким-то магическим способом чуть ли не в кружку. Патроны. На огнестрел. Интересно. А у меня огнестрела-то нет. И они, видимо, могут превращаться в кружку. Какие-то предметы, да? А это уже проблема. Да, смотри. Да иди ты нафиг. То есть тупо любой предмет может оказаться врагом, да? Вот замечательно. Ну я понимаю, почему эта игра частично хоррор. Когда ты не знаешь, убьет тебя кружка или нет, реально страшновато. Вот особенно ночью, когда идешь в туалет. Без света в коридоре. О, это даже хуже, чем кошка под ногами. Так. Ну, перезапущу я ее, ладно. Так, сцена, зеркала. А, как еще зеркала? По всем техническим вопросам, крыша. То есть это то, что на экранах покажут?
Угу. Ну, есть у меня одно слово, конечно, которое описывает людей, которые так поступают. Ой, извините, я тут немножко пересел. Наверное, было сложно. Так. А то у меня отсиделось уже всякое. Я что-то даже не смотрю, сколько времени-то ушло. Наверное, много. Но игра реально сейчас затянула. Не, я в нее точно буду играть, и в нее буду точно проходить целиком полностью. Интересно, действительно здорово. Вот. Но слово, которым я обозвал бы этих людей, нехорошее. Так, зеркала. А, то есть включить-выключить? Симуляция. А транспорт? А, отлично, то есть я туда прилетел, я туда улетел. Замечательно. Но с другой стороны, если я знал, что все это нереально, то зачем мне мозги пудрить? Так-то. А если... В смысле, наоборот, то да, их надо было пудрить. А если я знал, что все это не настоящее, а если я не знал, то почему тогда в некоторых письмах проскакивает, что я по собственной воле на это согласился или что-то пошло не так? Так, ну, а если выключить их сейчас? Да ладно, давайте включу. Так хоть красивее. Так, хорошо. Кружка. Ну, какая-то опасная. Так, орудий у меня не добавилось там никаких. А то у меня 9-миллиметровка прибавилась, а пистолета к ней нету. Так, да, лучше сюда прыгнуть. Да. Я не убьюсь. Ну давай, давай уже, спрыгивай, спрыгивай, ты же можешь. Или это стекло? Понятно. Вот сейчас опять на меня выпрыгнет кружка и убьет. Самая страшная смерть на свете. А, это я типа сюда приехал, да? Ага. Ну-ну. Чего? То есть для таких умников, как я, тут был сразу проход открыт, да? А я его просто не заметил. Ну, я могу. Что сказать. Так, ладно. Здесь мы не были. Кружка, выходи. Так, здоровье у нас слева внизу, я смотрю, так, это здоровье и броня, да? У нас не восстанавливается. Видимо... Так, одна единица здоровья избавляет от страха. Есть еще и страх. А, это я не выбрал его. Ну да, если нажраться, то действительно страха никакого. Так, Джей, да, использовать? А почему не работает? Работает. А, и она устанавливает еще со временем было. Окей. Но как-то так. Недолго устанавливает. Ладно. Лучше, чем ничего. Ну, тут врагов нету. Телефон настоящий. А вот эта хрень настоящая или как обычно? Я буду все пинать. А, это тут мы были. Так, замечательно. Эй, ты, выходи. Я тебя не боюсь.
А с другой стороны, а нафига я сюда спустился? А спустился я сюда, потому что когда я прилетал, я куда-то выходил. Кстати, да, пилот тоже ж не настоящий, да, был? Эх, все не настоящее. Вот и верь людям, даже брату. Это будет, наверное, самая медленная игра в моей жизни. Так, а я спускался вниз. А где этот низ? Низ настоящий хотя бы был, нет? Как мне подняться наверх? Наверх мне подняться точно так же. Запрыгивая. Правильно я понимаю? Там я был, да? Сюда я забраться не смогу. Или смогу. Сюда я не запрыгиваю, не пролазю. Да нет. Хотя нет, слушайте, могу. Просто не отсюда. Но похоже, что единственная, да, возможность туда пропаркурить, это вот отсюда. Как бы я ни старался. Ну вот, навык-то растет, скиллы растут. Так, там я еще не был. Посмотрим, что тут. В принципе, я уже не боюсь эту хрена. Тень. Так, кружка. Кружка у меня особая теперь. Внимание. Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Приберите, я иду. Ясно. Так, это вот как раз меня тестировали, где напала кружка. Кстати, вот да, смотрите, кружки-то прямо какие-то недобрые. Блин, у меня на столе сейчас стоит желтая кружка. От этого, Арт Лебедева, от их студии. Она со мной уже лет 7. Блин, уйди. Тифон, какоплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Если я говорил, короче, минуту назад, я никого не боюсь, забудьте. Если вы сейчас думаете, что я, короче, как-то тут наигрываю, да? Вот нифига подобного. Это совершенно искренняя реакция была. И что самое странное, оно мне нравится. Иди нахер со своими толстяками и платформами. Так, ну ладно, тут, наверное, ничего это не даст мне, да? Кнопочки не действуют. Так, а тут чего? Так, ну это мы знаем, так, Морган. О, интересно. А что за оператор такой научный? Что за объект? А, да, кстати, у меня же фонарик есть. Похоже на комп вообще современный, на системник. Но учитывая, какого размера тут платы, кстати, да, там метр на метр, они вообще, по-моему... Хотя, кстати, кто сказал? Понятно. Так, на секундочку, я тут занят. Да иди сюда, я тебя уже не боюсь, все это. Я тебя боюсь, когда ты в кружку превращаешься. Тоже мне, блин. Нашли чем испугать. Может быть, здесь какая-то альтернативная... Ну, собственно, не может быть, она альтернативная реальность и будущее альтернативное.
И кто знает, может быть, здесь у нас микроэлектроники не было никогда, а все у нас, понятно, а все у нас на этих самых, на лампах, тогда действительно платы могут быть ого-го какие. А, вот что там шумело. Понятно. Это вот где-то стоял парень-охранник. Что-то мне подсказывает, что он уже где-то лежит, и ему плохо. Аптечка, это хорошо. Интересно, меня спалят от того, что я просто бегаю с... с фонариком, или здесь враги на это не реагируют. Надо как-нибудь проверить будет. Так, ну вот по 10 раз одно и то же. Неинтересно. Так, хорошо, тут закрыто, отсюда я пришел. Так, если я меняю что-то... А, это что? А, выбор сцена на крышу. Это привычка. Тестирование, так, знаете... Ну, я так думаю, что мне ведь не нужно это, да, будет? Мне же ничего не дадут. Там ни яблочко, ничего. Так, сцена. Крыша. А, не слабо у них тут все сделано. Но мне это ничего не дает. Проход-то не открылся, да? А, стоп. Вот я прошел тестирование. Все эту херату раскидал. Уж простите за мой французский, но что-то я как-то тут немножко в эмоциях. Этого я завалил, мне уже пофигу. Надо спрятаться. А как они определяют, вот я спрятался сейчас или нет? Я же тут от камеры, наверное, да, должен прятаться. А, отлично, спрятался. И вот тут... А, это не тут. Так я же нажал на кнопочку-то, вы чё? Ага, и тут все сломалось. Для меня так-то не проблема пройти и дальше. Но куда ведет эта дверь? А она никуда не ведет. Ну что ж, хорошо, ладно. Но мы, во всяком случае, хотя бы узнали, что здесь было. Так-то мы шли вроде как не особо сюда. Что здесь у нас? А здесь карта есть какая-нибудь, кстати? Нет, карту я не вижу. Так, здесь мы все осмотрели. Лабораторию туда. Что тут? Понятно. А, вертушку, да, мы осмотрели. По мордасам всем надавали. Ого, а вот это уже проблема. Ребят, я назад хочу. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время.
Я тут с одним-то еле справился, а тут их сразу штук 5 выскочило. Да нет тут ничего, не надо музыку такую включать. А если и было, я это не заметил. Вот вообще не страшно, вот вообще. Первый раз в жизни так не страшно, как сейчас. Тут есть что-нибудь? Может, что, пожрать дадут, не? Нету? Запрыгнуть? Тоже нет. Так, нам ничего тут не выдали полезного. Это что такое? Токсично откуда? Всю жизнь мечтал ходить с пакетом для мусора. Ну вот, собственно, да, аналогично. Экзотическая материя. Да. Так. Давайте сделаем так. Я думаю, что мы уже играем тут даже больше часа. Не говоря уж о всяких там полчаса или 45 минутах. Мы, наверное, сейчас приостановимся, так как вроде логически какой-то момент такой был. Мы перешли из какой-то одной зоны в другую. Я думаю, тут все будет уже по-другому выглядеть. И дизайн другой. То есть это уже не лаборатория, где нас там как кролика пытали, а какой-то, может, жилой комплекс будет, что-то еще. И продолжим игру уже там, в чем бы она ни заключалась. Могу сказать, что однозначно то, что я пока вижу, мне... Ну, я тут трудно сказать, правильнее понравилось или интересно. Правильнее, наверное, все-таки для меня сказать будет именно интересно. То есть я в это точно буду пока играть. И не потому, что мне как бы сказали отыграть эти часы, но действительно интересно играть. И местами, вот именно с точки зрения как-то накрутки атмосферы, оно, ну, это не скример, конечно, в чистом виде, хотя и похоже на него. Но пугает. Не пугает вот как именно хоррор, а пугает именно какой-то своей неожиданностью. В общем, стоит в это, наверное, поиграть. Вот. Поэтому мы на этом закругляем нашу первую серию, закругляемся сами. Оставляйте комментарии. А если понравится, палец вверх. Если понравится, даже не думайте ставить палец вниз. Ну, ставьте, конечно, если совсем фигня получилась. Вот, а я буду пытаться вживаться в роль нашего Моргана Ю, по-моему, да? В нашего героя, который, кстати, тоже как Морган. Который как Морган Фриман ничего пока у нас не говорит. Только ходит со своей дубиной. Кстати, тоже что характерно. Да, действительно, параллель с Халфой прям прослеживается. Интересно. Вот, игра стильная по-своему. И будем смотреть, что нас ждет впереди, но это все уже во второй серии, буду стараться выкладывать тогда. Сейчас прям засяду, вот сегодня весь день буду в нее шпилить до посинения, там, может быть, перекушу где-то. И буду выкладывать, вот как смогу выкладывать по максимуму, вот так и буду выкладывать. Вот, а вы сидите и смотрите, бойтесь тут в наушниках ночью с выключенным светом вместе со мной, ибо нефиг. Че я тут один буду? Бояться. Взрослый дядька за 30 лет боится каких-то компьютерных монстриков. Так что вот так вот. Поняли меня? Вот так вот все и будет. А мне не страшно. А вам пока. До второй серии. Все. Пока. До свидания. Я вас люблю.